Добрый вечер, дорогие друзья, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер, ночь, день, утро. С вами Чердак Гарри Морган. Поттер жил в доме номер 4 на Тиссовой улице. Его единственными родственниками были дядя и тетя Дурсли. Прикольные елки. Они ненавидели мальчика и часто сажали его под замок. И он ничего не мог поделать. Ведь малолетним волшебникам разрешалось колдовать только на территории школы. Очки как матрицы. Однажды вечером в запертой комнате Гарри появился домовой по имени Добби. Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс. В Хогвартсе Гарри Поттеру грозит страшная опасность. Вскоре домовой исчез. А некоторое время спустя за Гарри приехали его друзья Уизли на летающем автомобиле «Форд Англия». Забрав Гарри, они привезли его к себе домой, где он и провел оставшиеся летние деньки. В конце августа, перед самым началом занятий, Гарри вместе с друзьями отправился в косой переулок за учебниками. Гарри встретился с сестрой Рона, Джинни Уизли, и они вместе отправились в книжную лавку Флоуриша и Блотса. Там раздавал автографы знаменитый писатель Златопуст Локонс. «Не может быть! Неужели это сам Гарри Поттер? Да-да, это он!» «Леди и джентльмены, позвольте обратиться к вам с одним маленьким заявлением. Имею честь сообщить вам, что меня пригласили преподавать защиту от темных искусств в школе Хогвартс». Крутая поза. Очки еще круче. Знаменитый Гарри Поттер не успел войти в книжную лавку и тут же попал на первую страницу пророка. Не приставай к нему. Гарри этого совсем не хотел. Блин, я думал, это Гермиона. Я вижу... Поттер завел себе подружку. А это Джинни, я так понял, да? Думаю, после таких покупок твоим родителям придется голодать как минимум месяц. Что ж, придется помочь нуждающимся. Пафосные ребята. Гарри, мы опоздали на поезд. Экспресс ушел 5 минут назад. Какой кошмар! И что же нам делать? Слушай, я, кажется, знаю, где стоит папин фордик. Улица Черинг-Кросс-Роуд. Отлично. Мы можем успеть в школу вовремя. Хоть очки поменял. Так, ребята, убедившись, видимо... что за ними никто не следит, Гарри и Рон угнали старенький форд мистера Артура Уизли. Теперь нам надо бояться только самолетов. Эй, я ничего не вижу! Охренеть, вы летаете, конечно. Он был совсем рядом. Как кажется, мы почти на месте. Там... Ой, кажется, двигатель глохнет. Ничего себе, ну же, фордик! Еще чуть-чуть! Тормози! Стой! Стой! Так, ну игра, видимо, сама по себе решила играть. Но я и не против. Рон! Рон, ты где? Сюда, Гарри! Меня поймала гремучая ива! Спокойно, Рон! Сейчас я тебе помогу, держись! Нифига у тебя шрам! Я не могу ничего сделать! Быстрее, Гарри! Ну вот, наконец-таки нам дали, так сказать, право управлять нашим главным героем. Я так понимаю, управление не сильно поменялось с первой части, которую я играл около 2 месяца назад. Такой же у нас чувак, да, также управляет все. Ну вот, короче, вернулись мы во вторую часть. Все-таки надо продолжать, так сказать, раз первую прошли. Философский камень. Победили, так сказать, всякие зло. Так, что нам нужно сделать? Спасти Рона, это я понял. А как его спасти? Сюда не залезть. Ну хорошо. Куда можем пройти? Ой-ой-ой-ой. А ты так все умеешь? Ой, это тихо.
это надо пробежать, да? Ой, ой, ой! Хе-хе-хе. Куда мне бежать, ребята? Только выдавать надо, нет? А зачем? А, вон куда идти, понял. Ой, сундучок. Я умею открывать сундуки заклинанием Алахамура. Чтобы применить заклинание, нажми и удерживай левую кнопку мыши. Ну, это мы помним. Мы же там супер-пумер ученые. Конфеты сюда. Отлично. Ой. Чтобы перелезть через невысокую преграду, достаточно подойти к ней вплотную и продолжить движение вперед. Понято. Ну, смотри-ка, он стал резвее. А что, если воздействовать люмосом на эту химеру? Давай. Там не забывай, там вообще-то у нас урон страдает. Мы тут развлекаемся. О, сохраняшка, отлично. Хорошо, хорошо. Это начало. Книга сохранения. Если Гарри коснется ее, игра будет сохранена. Отлично. Если в дальнейшем твой герой останется без сил и потеряет сознание, он придет в себя рядом с этой книгой. Как они завуалированно назвали, если ты лоханешься и проиграешь. О. Так. Ветки сюда. Тут будет, интересно, эти два барыги приходить, которые мне конфеты продавал, которым я. Так. Кажется, этот сундук стоит подтолкнуть заклинанием Флипендо. Они какие-то тут прям такие резвые стали. То есть в первой части они там что-то по 3 часа все это говорили, думали. Тут прям такие они резвенькие. И палочку он колдует намного быстрее. А что делать дальше? Не знаю. Опа! Эта ветка оплела меня, как змея! Да ладно там, потерпи. Давай, поднимай свою херню. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Алахамура! Шоколадная лягушка. Шоколадные лягушки подкрепляют силы твоего героя. Кроме того, они очень вкусные. Хех. Ну, иди сюда. Ты чё? Ну. Так, ну чё? О, тихо. Алахамора! Заклинанием Алахамора можно открывать магические замки, например, на сундуках и секретных дверях. Отлично. Правда, кто-то всё поставил, непонятно. Опа, опа, опа. Тихо, не все взял. Отлично. Так. Ну где ты там, друг? Так, поднимай свою херню. Куда? Какая? Да блин! Отлично, Гарри! А теперь ударь заклинанием Флипендо по этой ветке! Кажется, вот здесь у нее чувствительное место. Да вон нарисовано, все хорошо. Бублик нарисован. Так, давай. Ударяю Флипендо. Флипендо! Все, отлепенье. Гарри! 100 раз спасибо! Да ты давай спрыгни сначала, потом спасибо-кай. Это какая-то не ива, а какой-то осьминог. О, машина полетела обратно. Блин, ну машина, конечно, у них, конечно, вообще бодрая. Вернись! Ну вот, представляю, как разозлится папа, когда узнает, что я потерял его фордик. Да он к отцу и поехал, чудо. Теперь пошли, и побыстрее. Если нас застукает Снег, нам не сдобровать. Давай мы так уже не сдобровать, пойдем. Тихо. Заклинание Люма не только светит, но и делает видимыми все предметы, спрятанные с помощью магии. Угу. Добавили, то есть, новый контент. Такого не было в прошлом. Так, сохраняшка. Отлично. Что такое? Чтобы прыгнуть, подбеги к краю и нажми правую кнопку мыши. Что-то урон так сильно изменился. Попробуй собрать все конфетки, разбросанные по карнизам. Гарри Поттер, кстати, вот у нас остался как-то без изменений, даже как бы моделька. Это конфетки Драже Берти Ботс. Нужно собрать их как можно больше. Они пригодятся мне в школе. Понято. А вот Ром что-то вообще прям изменился капитально. Какой-то он прям, не знаю, на сам на себя не похож. Гарри, тебе нужно забраться на этот карниз. Ну и чё? В чем проблема? Флипендо! Так, не понято. А вот так вот надо ударить. Флипендо! Мы, блин, Волан-де-Морта. Видишь эту плиту? Толкни ее заклинанием Флипендо, и ты сможешь забраться на нее. Да я уже забрался, как толкнул же, Рон, ты че с тобой? Я в прошлой части в первой победил всяких злодеев, вы че? Меня тут вообще разберусь по поводу. Люмос! Хе-хе-хе. Идем.
Ну, смотри, автоматически стал зажигать фонарик. Модный парень. Охренеть, вот школа. Я не перестаю удивляться всяким тут хитросплетением их школы. Тихо, я сюда еще хочу. Ну, конечно. Так просто, что ли, сундук, конечно, заныкивать. Вот, 20 конфет уже собрали. Ой, карточка. Это бронзовая волшебная карточка. В разных уголках Хогвартса спрятано 50 таких карточек. Сможешь найти их все? Кстати, за каждые 10 найденных карточек выносливость твоего героя немного повышается. Чтобы открыть альбом и полюбоваться на уже найденные карточки, нажми клавишу Escape. Ну вот смотрите, появился стимул собирать эти карточки, потому что они теперь дают, каждое 10-10 дают нам прибав к здоровью. Так, а где они, интересно? Так, где карточки-то у нас? Тут ничего. А, вот где мы успели. И туда смотрел. Может кто-то увеличит, нет? Геспер Старки, 881-973. Ведьма, изучавшая влияние фаз луны на волшебные свойства зелий. Ну, хорошо. 50 карточек, слушай, найти надо, офигеть. Вот это ники, да, я нашел. Ага, это что такое, кора рябины. Так, давай сюда, иди. Вот вот рыцари, красавчики. А, ну конечно. Что ты долго мне давал? Ничего нет. Еще дашь? Ну, блин, капец, из тебя надо еще вытряхивать. Вот, гаденыш. Пошли, Рон. В каком-то лабиринте уже, блин, они в школе. Где вообще учитесь-то, а? Ребятишки. Так, тут ничего нет. Ничего не приныкали. Хе-хе, нифига. Пойдем. Дождь кончился. Нас, конечно, исключат, но хоть домой поедем сухими. Да идем! Нам нужно поскорее вернуться в школу. Ром что-то вообще сам на себя не похож. Я не понимаю, что с ним сделали. Конфеты сюда. Кто-то вот заныкал уже эти конфеты во все статуи. Кто, чего, непонятно. Интересно, я сюда еще вернуться смогу? Или тут на каждом уровне будут свои сундуки? И как бы, как говорится, вот сейчас, если я... Надеюсь, Рон не заблудился? Если я сейчас пропущу, то уже не смогу сюда прийти. Ну, буду, значит, сразу собирать, наверное, все. Чтобы, так сказать, собрать максимальное количество конфет. В первой части я не собрал все карточки. Давайте попробуем. Ух ты, какие звезды! Еще карту, смотри, добавили взаимодействие с окружением им. Я сюда не пойду. Ну, то есть смотри, он прямо стал говорить, там куда идти, что, звезды даже любоваться. Молодцы. Прям прогресс с первой части прямо очевидный. И территория стала больше. О, карточка. Так, тихо. А что не работаешь-то? Я еще не знаю твоего. Как же здесь здорово ночью, особенно когда нет дождя. Нифига ты романтиком стал. Алахамора! Еще мелкий. Тихо-тихо. Хопа, хопа, хопа. Алахамора! Так, отлично. Рон, там нас уже исключили, нам пофигу. Так, сюда пройти могу. Не могу. Ну да ладно. И так уже, так сказать, залезли куда-то, куда нам не надо было лезть. А как сюда попасть? Ну я думаю, это еще начало игры, мы еще сможем отсюда как-то выйти. Где еще у нас? Ага, конечно же, ящик. Сразу сюда давай. Фига, начало игры уже полсотни. Я сюда не пойду. В смысле не пойдешь? Ё-моё! Эх ты, корни, а! Ладно. А тут чё? Ничего. Ну ладно, все изучили, все проверили, так что знаем, куда нам еще вернуться надо. Рон, подожди. Не кипишуй. Сейчас еще возьмем вот этот сундучок и пойдем.
Алла Хамора! Все нормально. Это что такое? Ну вот не работают почему-то, хотя в первой части ты же помнил, как заклинать. Опа! Ковер не изменился. Ты что, забыл? Иди направо и попадешь в спальню. Ты там еще раз командовался, да? Мне вон конфеты рыцарей надо побить. Вон тут все посмотреть. Ну, сундуки на месте стоят. Интересно, портреты изменились в первой части, да? Я помню, тут встречалась Дамблдор. Какой-то он там был. Крутой чувак такой, тут стоял в очочках такой, как этот, какой-то рэпер. Флипендо! Давай сюда, пьяный рыцарь. Флипендо! Тихо, тихо. Опа. Еще давай. Еще Флипендо! Давай. Ну все, из них надо потрясывать. Ой-ой. Конфеты исчезают, интересно. Тихо, куда-то в ящик-то залезло. Отлично. Так. А мы пойдем налево, Рома. Извиняюсь. Не, ну а что? Ходить так ходить. Здесь проводится награждение лучших факультетов. Угу. Ну ясно, что это мы. Даже без вопросов вообще. Тут что проводится? О, нифига. Вот с первой части, да, зеркала у них были прикольные. Здесь тоже зеркала прикольные. Так, ведьма. Не, слушай, ну замок, да, не изменился с первой части. Я прям помню все вот это вот, то, что так и было. Здесь типы выходили, барыги. Так, тут ничего не колдуется. Так, давай сюда. Флипендо! Куда ты поехал, слышь? Флипендюк. Тихо, что открылось? Сейчас. О, карточка. Отлично. Так, кого взяли? Андрос Непобедимый. Древняя Греция. Легендарный волшебник, научившийся призывать защитника гигантских размеров. Ну, я не знаю, что там за защитник такой. А где ту, которую я собрал? Вот они как сделали. Хорошо. Ну, мы тут, короче, вперед батьки в пекло полезли, тут маленько уже навазились. Где только нам не смутовило. Ну, зато Рон стоит. Гарри, наша спальня наверху. Ну ладно. А что нас никто не встречает? Школа вообще никем не охраняется. Кто хочет, тот заходи. Как так-то? О, нифига себе, мандам. Помпужу. Наконец-то. Вот он, портрет толстой дамы. Говори пароль и пошли спать. А что сам не можешь сказать? Я думал, ты знаешь пароль. А я думал, ты знаешь. Откуда? Мы же все время были вместе. Верно. А я, кажется, знаю, кого можно спросить. Здравствуйте. А привет. Ты что, не спишь? Ты как раз вовремя. Я слышала, вас исключили за то, что вы разбили какой-то летающий автомобиль. Извини, Гермиона, но мы очень устали. Просто скажи пароль, и все, ладно? Индюк. Гарри, рада тебя. Что с тобой? Пароль индюк, а я думал, она их обозвала. Вот вы где! А здорово у вас получилось с Фордиком, мне бы так. Стать мама в ярости. А мы тут создали хогвартскую торговую сеть. Вместо денег в этой сети используются конфетки дрожжей Берти Ботс. Кроме нас с Фредом в ней участвуют еще несколько ребят из Хогвартса. Время от времени у нас появляются разные интересные штуки, которые мы обмениваем на конфетки. Подходите, не пожалеете. А где нам взять эти самые конфетки? Да ты уже понабрал уже полсотни. Да где угодно, их можно найти по всему Хогвартсу. За несколько минут вы сможете собрать достаточно, чтобы начать торговлю. Ты что там левитируешь, Рон? Уверен, вам понравится иметь с нами дело. Ну, конечно. Не, ну тут, наверное, им товары расширили ассортимент, поэтому нормально. Будем что-нибудь у них покупать у барыг.
Друзья-гриффиндорцы встретили Гарри и Рона аплодисментами. Чё, аплодисменты? Они уже слышали историю про летающий форт и гремучую иву. Как? Чё? Вообще не понимаю. Усталый Гарри лег в постель, не раздеваясь, и проспал до самого утра. Вот ты, Гарри. Гарри, доброе утро! Доброе. У нас сейчас будет защита от темных искусств. Ее теперь ведет профессор Локонс. Он просто чудо, правда? Я обожаю его книги. Кабинет защиты от темных искусств на третьем этаже. Идем. Гермионе явно сделали что-то с волосами. Они у нее стали объемнее и часто похожи на гриву какого-то льва. Флиппендо! А, ну я тут что? Ага, все понятно. Так. Не обращай внимания. Это Артур, младший брат Мэрилин. Он немного того. Понято. Он немного... Это кто такой? Поттер, ты что, ослеп? Ага. Ну, то есть, в принципе, прикольно. Не, вторая часть мне нравится. Она какая-то мягкая, какая-то такая... О! Привет! Кошак, смотри, ходит. Ну, какая-то более такая живая, что ли, стала. Пойдем. О! Знаменитый коридор и лестница. Гарри, кабинет защиты от темных искусств наверху. Быстрее, Гарри. Там же будет сам Локонс. Да пофиг у меня твой Локонс. О, летает тут, посмотри, вообще. Портреты у них живые стали. Ну, в смысле, живые, как? Я имею в виду, портреты стали прикольные. Какие-то такие насыщенные. Этот тоже изменили порядок. Привет. Привет, Гарри. О, приветник. Знаешь, Гарри, я в Хогвартсе уже несколько тысяч лет, да знаю. А все равно иногда нахожу незнакомые тайники. Так. Вот, например, этот тайник можно открыть, только собрав все 40 серебряных волшебных карточек. Угу. За каждые 10 таких карточек ты будешь получать по одному ключу, а замков на этой двери, как видишь, 4. Карточки спрятаны в Хогвартсе и его окрестностях. Посмотрим, сможешь ли ты найти их все. Ну да, тут хороший стимул дали искать эти карточки, двери какие-то тайные открывать. То есть прямо вот хорошо будет. Так, ну естественно, долбим по всем кастрюлям. По всем кастрюлям долбим, которые здесь есть. Не, портретами тоже определенно нравится. Смотри, такие яркие, красочные, сочные. Красиво. Игра какого там 2002 года, но... Выглядит, конечно, красиво. Ну, понятно, конечно, текстурки, конечно, наверное, подтянули. Опа! Отлично. Так, а куда я иду? Не знаю, куда я иду. Мне надо к профессору Локонсу. Но шел как бы он. Куда-нибудь далеко. Так, сюда не надо, сюда не надо. Тихо, конфетосы. Да, опа. Так, ну это просто мы, да, сходили, да. О, тайники. Да, слушай, прикольно стало тут. А чё ты вот не колдуешь вот эту вот штуку? Я понять не могу. Ты же умел. Что-то странно. Это глюк, что ли? Ну, не хотелось бы, чтобы был глюк. Ладно, я думаю, может, еще это не завершилась стадия какого-нибудь обучения. А я тут... Что? Ладно. А я тут бегаю, как бы, и... кипиш навожу. Полетели. О, стоит, смотри. Хоба! А где Гермионка? Ой, кошка уже здесь. Надеюсь, ты помнишь дорогу? Это кто такие? Ох ты, скотобаза. Ну, конечно, этого дурака одного оставили. Где-то рядом бродит Филч. Пойду-ка я отсюда. Так, так, так. Я, значит, услышал грохот, пришел, и что я вижу?
Гарри Поттера и осколки редчайшей, бесценной древней вазы. Ой, да хватит заливать. Арбуса Филча, школьного завхоза, ненавидели все ученики. Говорят, что миссис Норрис, кошка Филча, помогает ему следить за студентами. Кошка прикольная. Она сама упала, честно. Иди, иди ко мне, дай мне схватить тебя. Это что еще такое? Что это было? А? О чем это ты? Я слышал голос. То, что ты слышишь голоса, еще не повод портить школьное имущество. Я этого так не оставлю. А сейчас отойди и не мешайся. Не, ну Гарри, конечно, наврал, что... Но ведь я действительно слышал странный что голос. Что она сама упала? Вообще, во-первых, не сама, а слизеринцы подставили. Рукожопы. Ну что говоришь, что сама упала? Ну ты вообще... О, тихо-тихо, там единорог стоит. Ай, блин, нифига не работает. Эх ты, о! Алла Камора! Подожди со своими уроками. Алла Камора! Нифига, уже 100 конфет! 103! Надо барыг срочно искать. Приветствую вас на уроке защиты от тёмных искусств. Моя персона в представлении не нуждается, но я все-таки представлюсь. Я Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Я вижу, у каждого из вас есть полный комплект моих книг. Молодцы! Сегодня мы с вами изучим боевое заклинание Rictus Empora. Rictus Empora — это оглушающее заклинание, очень эффективное против некоторых назойливых созданий, например, корнуэльских пикси. Итак, кто первый? Может быть, ты, Гарри? А что сразу Гарри-то? Везет же! Сразу Гарри, Гарри. Ну, сколько учеников. Гарри, очисти свой разум от посторонних мыслей. Не думай даже обо мне. Сосредоточься на символе, который ты видишь перед собой. Видишь мою палочку? Сейчас она очертит контур заклинания. Ну, вот от тебя. Как только палочка укажет на стрелку, ты должен быстро нажать клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Туда не изменились. Упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен нажать все нужные клавиши в правильном порядке. Ты готов? Первый этап начали. Нифига, они тут изменили маленькое управление. Так, подожди. Ой. Ну ладно, первый раз как бы не считается. А вообще по поводу палочки его как-то слишком почти в точку. А, блин, да вы, да я не знал, что тут сразу все это. Я думал, там остановка будет. А они сразу без остановки все это пошли делать. Почти в точку. Сейчас сделаю все изично, смотри. Не, ну это полегче, чем когда мы водили, помните, мышкой водили там криво. Я так ни одно упражнение не смог сделать. А здесь, смотри-ка, все, стрелки нажал, все, зашибись. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 5 баллов Гриффиндору. Отлично, с 5 очков. Второй этап, начали. Это еще второй. Сейчас все, смотри, сделаю просто. Оп, оп. Как будто бы музыку играю по барабанам. Отлично. Давай еще раз. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. А, тогда типа... Третий этап. О-о-о. Начали. Так, так, я сосредоточен. Так. Оп, 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 оп. Как будто какая-то музыка... Санта-Клаус играет. Отлично, Гарри. Сразу видно мой ученик. Задание выполнено. Отлично. 15 баллов Гриффиндору. Ура, ура. Ты выучил заклинание Rictus Empora. Разумеется, у меня в первый раз получилось гораздо лучше, но и так тоже неплохо. Ну, давай вот без своих вот этих. А теперь сюрприз. Специально для вас, мои ученики, я разработал очень интересный практикум по заклинанию Rictus Empora. И первым его выполнит Гарри Поттер. Удачи, Гарри.
То есть тут, в принципе, игра строится по тем же самым рекалам, как и прошлая. Добро пожаловать на мой знаменитый практикум по заклинанию Риктусемпро. Если хочешь победить, найди и возьми последнюю звезду. Подсказываю, она находится на вершине этой башни. Действуй как можно быстрее. Если ты не успеешь найти последнюю звезду до того, как истечет время, твой факультет не получит ни одного балла. Ну, по пути обязательно собирай звезды. За каждую из них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. А если соберешь все звезды, тебя ждет сюрприз. Найди последнюю звезду как можно быстрее. Чем больше времени у тебя останется, тем больше баллов получит твой факультет. Капец. Ты готов? Тогда удачи! На старт! Внимание! Марш! Капец, вот ты мне все это объяснил, конечно. Офигеть. Огнекрабы — это такие противные существа, выбрасывающие пламя из... Ну, в общем, в тебя. Оглушай их заклинанием Риктусемпро, а потом отталкивай с помощью флепендо. Капец, вот ты вообще... Если огнекраб окажется рядом с этим символом, случится нечто очень интересное. Попробуй затолкать его на эту плиту заклинанием флепендо. Риктусемпро! Вот и все. Флепендо! Давай. Флепендо! Что там интересное случится? Опа, все. Опа, и звезда открылась. Звезда, звезда. Время, смотри, идет. Прям вообще круто все сделали. А что за здание? Риктусемпро! Это что такое? Не знаю, что это такое. А, подожди. Надо было этого затолкать, да? Все ж таки ж. Флепендо! Да, молодец. Подожди. Флепендо! Ой-ой-ой-ой-ой! Че, и как фрикоски? Алла-Амора! Я думаю, все успеем взять. Фу, еще и карточку, нифига себе. Тихо. Так, что у нас по карточкам? А, какой-то бард. Герман Уидрингем, родился в 1974-м. Лютнист, популярный рок-группы «Странные сестры». Ну да. Хорошо. Так. О, лягушка. Так. Что здесь надо сделать? Это гигантские оранжевые улитки. Будь осторожен, их слизь очень сильно жжется. Поверь мне, уж я-то знаю. Попробуй оглушить улитку заклинанием Риктусемпро, а потом отмуть ее с помощью флепендо. Понятно. Так. Что, вниз спускаться, да? Опа! Так, ты никак не колдуешься, нет. Так, тут смотри, это что-то взаимодействует. Риктусемпро! Так, тихо. Давай, иди. Флепендо! Тихо. Все. О, звездочка. Так, ну звезду эту я так просто не возьму, да? Мне надо вот эту штуку сделать. Так, потом заткнись. Все, закрылся. Все, закрылся. Флепендо! Так, ты там тоже закройся. Риктусемпро! Флепендо! Все, отлично. Так, опа. Опа, молодец. Думал, честно, что... Так, их тут 10 этих звезд, офигеть. Риктусемпро! Флепендо! Флепендо! Я что-то сразу-то не заметил, что их 10 надо собрать. Такую стою вальяжную, ну. Тихо, тихо, тихо. Флепендо! Риктусемпро! Не знаю, зачем я их толкаю туда. Думаю, может такой. Да куда ты полез-то, подожди. Флепендо! Чё, тут так не залезешь. Риктусемпро! Всё, давай. Флепендо! Ой, ещё что-то повлезал. Ё-моё. Флепендо! Хорошо. Прям загадка на загадке. Времени вроде много дается, не знаю, как на самом деле. Алла-Хамора! Опа. О, карточку.
Так, тихо, сразу смотрим. Гленда Читок родилась в 964 году, ведущая популярной радиопередачи «Ведьмин час». Ну, хорошо. Так, тут мы всех зачистили. Все хорошо. Бежим дальше. Сразу спи. Сразу спи. Пошел туда. Пошел сюда. Конфеты отдали. Все, красавчики. Так, открывайся. Гномы очень жадны. Только зазеваешься, и они тут же оставят тебя без эликсиров и конфеток Берти Ботс. Ну, защитить. И если гнома сбить с ног заклинанием Флипендо, он не только перестанет путаться под ногами, но и бросит все награбленное. А еще гномов можно хватать и забрасывать в норы. Это гномья нора. В ней гномы хранят вещи, украденные у учеников. Забрось всех гномов в норы, и ты окончательно избавишься от них. Ну ладно, давай. Флипендо! Ну вот и все. Тихо там. Флипендо! О, давай сюда, конфеты. Так, ну давайте сохранимся, ребята, и продолжим в следующий раз, потому что уже и так прошло много времени. Все, ребята, всем спасибо, всем пока, с вами был Чердак Норбу, до встречи.